Всем привет! Сегодня хочу показать вам, как я пытаюсь сделать силиконовую форму, пищевую силиконовую форму. Девочка дала мне форму, она заказывала где-то в специальном магазине. Это форма зайчика. Естественно, так вот по разрезу непонятно, что там. Но поверьте на слово, это зайчик. Вот. Это пищевой силикон. Форма имеет два надреза для удобства извлекать фигурку из шоколада. Не из мастики. Из мастики вы ни в жизни не сделаете такую фигурку. Я имею в виду, если туда утрамбовывать мастику, потом доставать, это будет некрасиво. Вот, это для шоколада. Что я сделала? Я залила шоколад. Это скрепляется резиночками специальными. Сейчас покажу. Не специальные, а обычные канцелярские резинки. То есть вот это вот скрепляется. У меня слабенькая она. Надо чуть потуже. Скрепляем. Соединяем стыки, чтобы все вот здесь вот было ровненько. Для удобства можно даже две резиночки для плотности. Вот. Далее залила шоколад. Дождалась, когда полностью застынет. И вытащила фигурку. На Озоне я заказывала пищевой силикон. На Wildberries искала, не нашла, но нашла его на Озоне. Вот такой вот двухкомпонентный пищевой силикон. Он берется пропорции 1:1, то есть, допустим, наливаете 100 грамм синего и 100 грамм красного. Все тщательно перемешиваете. Я слишком поздно прочитала, когда я делала первую формочку. Сейчас покажу. Вот такую форму. Это был роза. То есть сделали из пластилина розу, приклеили ее к... А к чему приклеили? Я не помню, на что мы... я в пластиковые баночки заливала. Такие маленькие есть пластиковые баночки. Приклеила клеевым пистолетом к пластиковой баночке и, значит, уже заливала. Во-первых, я неровно поставила цветок посередине. У меня получилось с одной стороны силикона больше, с другой стороны силикона меньше. И получилось так, что вот здесь вот у меня очень мало, очень-очень тонко, то есть вот это дно. В общем, фигня. И плюс я плохо промешала силикон. Вот этот, видите, у меня вот такого цвета, этот белый. Этот я специально окрасила для того, чтобы посмотреть, равномерно ли я промешала весь силикон. А здесь вот, как показать его, видно, не видно. То есть, видите, вот здесь вот прям плотненький, а здесь он мягкий. В общем, вот он, прям вот этот вот, вот это вот место, вот это все мягкое. Вот. Но, тем не менее, розочка получается, довольно-таки неплохая розочка. Первый раз я пыталась залить живой цветок. Вообще, это фигня, никогда так не делайте. Вот. И не... оказывается, силикон, когда вы размешиваете два компонента, нельзя смешивать деревянной палочкой. Ничем деревянным. Лучше делать это все металлическим. Потому что у меня достаточно липкая получилась форма. Я ее чем только не мыла, она все равно липнет. Вот. Эту я тоже замесила деревянной палочкой. Кстати, не так сильно липнет. Видите, я проверяю. Она у меня ночь простояла. То есть я оставляла, залила вчера вечером, и ночь она у меня простояла. Давайте вытаскивать. Посмотрим, что все-таки здесь получилось. С чего начать, даже не знаю, с каких надрезов. Начнем, наверное, вот с них. Так, сейчас я закрою жалюзи, а то падает свет. В общем, пока я его открываю, я вам расскажу, как я его делала. Чего вчера не засняла этот процесс? В общем, не знаю, почему не засняла. Смотрите, я взяла картонку. Сделала зайчика, вытащила его отсюда. На картонку я приклеила зайчика на клеевой пистолет. Взяла пластиковый стакан 0,5 был.
отрезала от него, чтобы много тоже силикона не уходило. Приклеенного зайчика я вот так вот накрыла стаканом. Вот так. И по низу я все полностью проклеила пищевым... Ой, пищевым. Уже заговариваюсь. Клеевым пистолетом, чтобы у меня силикон не вытекал. И мне это удалось. То есть вот он, клеевой пистолет, весь остался по краям, а силикон, как говорится, нигде не вытек. Дальше мы с вами будем орудовать ножом. Сделали небольшой надрез. И сейчас снимаем именно пластиковый стаканчик. Лучше не использовать плотный, как ее, пластик, потому что потом его неудобно снимать с силикона. Очень неудобно. Форма тоже все равно, конечно, липнет. И делаем вот так. Вот эти кольцо из клеевого пистолета. И теперь нам осталось зачистить вот это вот все, чтобы добраться до нашего зайца. И мне нужно будет сделать надрезы. То есть, как видите, вот здесь вот на форме надрезы есть. И также мне нужно будет сделать на этой. Будем разрезать, но не до конца, естественно. Самое ответственное — это тот момент, чтобы не испортить фигурку. Убираем все остатки. Ну что? Ну что? Форма у нас вот так вот. Здесь у меня надрезы. Сейчас посмотрю, где надрезы сделать. Не хочется, конечно, испортить формочку. Очень не хочется. Вот это вот все снять. Значит, здесь надрез по этой стороне и вот здесь вот около лапки. Ну что, приступаем. Чувствую себя хирургом. Так. И теперь с этой стороны тоже делаем надрез. Ну, вроде так. Теперь извлекаем нашего зайчика.
Оп. Ура. Вот такой вот милый малыш был. Это нужно все очистить, убрать. Что, формы похожи получились. Но единственная разница, видите, у меня как бы такой мягковатый силикон. Здесь он более плотный. Ну, нужно смотреть, наверное, потому что я заказала первый попавшийся, тоже не знала, какой, чего, зачем и почему. Но форма получилась. Точно так же это нужно скреплять, заливать шоколадом. Здесь вот надо немножко дорезать. Даже не дорезать, а убрать вот эту часть. Было похоже здесь на лапке. Вот видите, она, ну, тоже так достаточно липнет. Не знаю, с чем это связано. Ну, в общем, мне получился зайка. Милый зайка с шоколадом. С которым гораздо проще работать, чем с формами, которые я вам показывала. Вот так вот. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, мой опыт был вам полезен. Всем пока.